Всем привет, с вами Прия, и мы потихонечку направляемся к Атолдазару, в котором мы сегодня будем фармить голдишку путем снятия шкур и путем перекрафчивания абсолютно всех упавших реагентов в довольно-таки интересные итмы под названием накулачник из поблескивающей чешуи. Требует 10 чешуек поблескивающих и 8 окровавленных костей. Есть, конечно, и альтернативный крафт, этот цестус, который требует кожу, но именно сегодня в Атолдазаре мы будем убивать маленьких мопчиков, животных, которые там фиряют еще нас, которым кастик нужно сбивать. Ну, собственно, тот, кто был в эпохальной версии с ключиком, точно знают, насколько эти мопчики опасны. Так вот, будем фармить чешую, будем крафтить на кулачнике. Пофармлю примерно полчасика и посмотрим, что из этого выйдет. Само собой, фарм будет происходить в обычной сложности. То есть, с целью того, чтобы мопчики быстрее раскладывались. Что еще можно сказать? Перед фармом я оставил в сумке 43 тысячи голды. То есть, чтобы потом можно было все ровно посчитать. Пофармлю полчаса. Таймер я сейчас открою. То есть, как только начну фарм в ускоренном формате, само собой, то таймер запустится. Да и все получается, можно в целом начинать фарм. То есть чарка даже та, которая имеется на перчатках, она не работает, по-моему, в подземельях. То есть даже очень выгодно кинуть чарочку под названием «Култерасское ремесло», ну или «Зандаларское», с целью того, чтобы ускорить крафты по времени. То есть там вместо 1,5 секунд крафт будет идти полсекунды. Но это сэкономит время, если вы собираетесь фармить, как говорится, на долгой дистанции. Я думаю, все сказано. Как бы начинаем.
Ну что ж, получается, ровно полчаса пофармил этот данжик. В последний ран наловил, как говорится, максимальное количество феров, которое только возможно. Не, ну, знаете, если бы разрушение или эхо прокло чуточку почаще, а эхо разряжалось бы в нужный момент, то было бы, конечно, получше. Потому что такого эквипа на дхатанке, ну, я так чувствую, мне чуть-чуть не хватает. Сейчас, получается, дошкуриваю последних мобчиков, портаюсь в Баралус. И начнем, как говорится, абсолютно все эти крафты. Костяшек хватает на 81 крафт. То есть, предположительно, 81 умножить на там, 55, если округлить 60, то это почти 5000 голды. Ну, кстати, довольно-таки неплохо. Окей, 43 тысячи голды в текущий момент. Продаем абсолютно весь хлам с помощью модификации скраб. Получаем уже почти 1000 голды, а именно 870. Ну, довольно-таки неплохое число. И начинаем абсолютно весь крафт. Также этот момент ускорю. Ну что ж, абсолютно все накулачники скрафчены, абсолютно все накулачники проданы. И получается 5684 голды, 91 серебряная и 19 медных монет за примерно полчаса. Само собой, если иметь больше эквип, если играть за ту расу, которая быстрее обшкуривает мобчиков, по-моему, варгены с этим прекрасно справляются, то можно увеличить эту получаемую голдишку за полчаса, ну и, само собой, за час. То есть получается 5685 голды за полчаса, и если это число умножить на 2, то мы получаем 11370 голды в час. Хорошее это число, ну, в реалиях БФА это, конечно, так себе, но с учетом того, то, что вам никто не мешает, вам не нужно никуда подсоединяться, ни в какие заранее собранные группы, это довольно-таки неплохо. То есть вы сами по себе фармите эти 11 тысяч голдишки в час. Может быть больше, может быть меньше. Все зависит от вас. Ну и само собой, все зависит от звездочек. То есть сбор чешуи и сбор костей. Желаю вам счастья, здоровья. Как говорится, берегите ноги, мойте руки. Чекайте ссылочки в описании. Ну и про картинку в нижнем правом углу не забывайте. До скорого!